Сегодня приготовим сахарное печенье треугольнички. Это в меру сладкое печенье из слоеного дрожжевого теста, хрустящее снаружи и мягкое внутри. Для приготовления такого печенья нам понадобится 800 грамм муки, 200 грамм сахара, 250 грамм сливочного масла, пол чайной ложки соли, 50 грамм свежих дрожжей и 250 миллилитров молока, обязательно теплого. Сначала подготовим опару. В миску наливаем теплое молоко, добавляем столовую ложку сахара, соль и крошим дрожжи. Перемешиваем до полного растворения дрожжей и сахара. Ставим опару в теплое место на 15-20 минут. Спустя 15 минут в опару добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Сюда же добавляем частями муку, каждый раз перемешивая. Муки может понадобиться больше или меньше, в зависимости от сорта муки. Тесто вымешиваем примерно 5 минут. Должно получиться мягкое, эластичное тесто. Тесто накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1 час. Спустя час достаем тесто из холодильника. Берем половину теста, его хватит как раз, чтобы заполнить один противень. Тесто раскатываем на столе прямоугольником. Раскатанный лист теста равномерно посыпаем 1 столовой ложкой сахара. Складываем лист теста пополам и снова раскатываем в прямоугольный лист. И так повторяем эту процедуру 5 раз. Получившийся прямоугольный лист разрезаем на треугольнички. Каждый из треугольников обмакиваем с одной стороны в сахар и кладем на противень с сахарной стороной вверх. Печенье ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 20 минут. Печенье получается хрустящее снаружи, мягкое внутри и с нежной слоистой структурой. Печенье настолько вкусное и ароматное, что в него невозможно не влюбиться. Если вам понравился рецепт такого печенья, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!